В этом году Карачаево-Черкесия отмечает вековой юбилей. Сегодня в Черкесске прошло заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к столетию республики. Его участники обсудили не только предстоящие торжества, но и то, что останется после них на долгие годы – многочисленные объекты различного назначения. Подробности в материале Артура Мхце. Перед началом обсуждения ряда первостепенных вопросов глава республики Рашид Тимрезов еще раз напомнил о важности проводимых в текущем году в регионе мероприятий. Тем более, что речь идет не только о празднествах, но и о создании и улучшении инфраструктуры. Я неоднократно говорил о том, что празднование столетия – это очень серьезное событие и возможность для нас подтянуться по многим вопросам и направлениям. Это и строительство, и открытие социальных объектов, это и открытие новых рабочих мест. Мы сделали перечень основных объектов, которые будут вводиться, и перечень объектов, которые, также вы сказали, которые касаются жизненной инфраструктуры, это и газификация, и водоснабжение, и водоотведение. Все эти объекты будут в этом году закончены. Ряд из них закончен мы до 1 сентября. Это основные объекты. И ряд из них до конца текущего года. Разумеется, в ходе заседания было уделено внимание и самим торжествам. Практически готова единая концепция оформления региональной столицы и муниципалитетов. Главной концертной площадкой во время сентябрьских празднеств станет обновленный стадион «Нарт», рассчитанный примерно на 10 тысяч зрителей. Предполагается, что пришедшие на трибуны люди будут приятно удивлены как визуализацией мероприятия, так и самой музыкальной программой. Артур Мхце, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.